Здравия желаю, ребята, подписчики и пользователи. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, это во-первых. Сегодня что? Значит, сегодня мы сняли колпачки с лампы вот на 7 ватт. Видите, светит на панельку. Лампочка запитывается от сети, но сеть не потребляет. То есть с нулевым потреблением. Вот видите, на нуле стоит. Так. Сейчас и прибором электронным промерим, как рептилоиды хотят. Вот, видите, тоже ноль. Ноль. То есть потребление ноль. Но этого еще мало. Это я показывал уже, что лампочка горит, потребление ноль. Благодаря тому, что мы убрали вот этот колпачок, у нас выход увеличился, стал выход вполне такой приличный. Сейчас покажу. Вот они, провода с панельки, вот они идут. Вот. Померим. На выходе. Видите? 11 вольт. То есть, а максимальная у панели 18. Сейчас мы поделим. Так, 18 поделить на 11. То есть мощность в 1,63 сотых раза ниже. То есть, если у нас максимально 30 ватт при 18, то при этом разделим на 1,63. 18 ватт. То есть мы берем 0 в сети, 0. Еще раз. Здесь 0. Потребление 0. Показываем на этой. Показываю, значит, на этой. На рептилоевской. Электронная. Тоже потребление ноль. И имеем 18 ватт. На выходе. То есть для зарядки батареи, сейчас батареи нет, что там говорят, они рептилоиды под нагрузкой, значит под нагрузкой будем замерять, когда придут батареи, на зарядку батарей промерим. Но ваш рептилоидский закон, сила тока прямо пропорциональна напряжению. Это ваш рептилоид этот. Он учил. По вашему закону все нормально. Я по вашему закону считаю. А вот когда придут батареи, посчитаем уже по-настоящему. Ну и сейчас видно, что имеем, значит, бесплатный генератор на 18 ватт. Большое вам спасибо, ребята, всем за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. С Новым годом! И чтобы в новом году исполнились все ваши желания.